Куда ж его ты завела, его дурная голова? С тобой такие вот дела, ни тьмы, ни света белого. Без царя да без руля, лишь сумрак льется на лицо. И медленно летит земля, как колея под колесо. И снова четверть восьмого, снова четверть восьмого, и снова четверть восьмого, снова четверть восьмого. Подвыпил сил на измену, зачем ей струны и гитаре? Повесил струны на стену, пусть будут струны гербарию. Ой, простодушные просят, но беспощадно не косят. В горёной жизни не ставят, ни тех, ни мне так не просят. Зачем молитвы годин, из нервов деланы звуки? Всегда рука заходили, всегда калечили руки. Свинцом заливали уши, но больно встали в отдоле. От солнца прямо из лужи, или глотком алкоголя. И снова четверть восьмого, снова четверть восьмого. И снова четверть восьмого, снова четверть восьмого. Пятеро, пяти, двадцать, какое страшное время. И струнам свойственно рваться, и нервам черт не висели. Шесть струн он снял и повесил с гитары полого тела. И был ни грустен, ни весел, а просто все опустело. Потом волхвы приходили, волхвы глядели сурово. И шесть чудес приносили, и семь, и четверть восьмого. Он все рыпался в подушку, ругался грязно и длинно. Молил часы без кукушки, за жизнь все полосили. Но снова четверть восьмого, снова четверть восьмого. Но снова четверть восьмого, снова четверть восьмого. Снова четверть восьмого. Она пришла ровно в восемь, лишь только солнце упало. И взгляд твой на стену бросив, поняла, опоздала. Спасибо. Я еще петь ее выбрала, потому что она нравилась Андрюше. Вот Сима уже идет мне на помощь. Она почему-то ему нравилась, и он шутил, говорит: «Ну надо же, никогда ни на чем не приеду». Смеялся над ней по-хорошему. Тима Изерников мне любезно соглашается вот уже в который раз помочь ее для вас сыграть эскиз. Подумаешь? Вот так вот подумаешь и задумаешься. Между прочим, на том самом кипрском всемирном мы и познакомились ближе с Андрюшей, да, мы были так: «Привет, привет». А там как-то нам довелось пообщаться, и мне он очень понравился. И, может быть, я лечу себе мысли, что я ему тоже понравилась тогда же. Ну, так.
выглядит на 40, ему 25. Он стоит всех своих неадекватных реакций. Он все на этом свете пожелал испытать. Когда ему было не полных 17, в его аду мгновения ползут как веков. В его раю все ангелы, как куклы пассажи. Что под руку попало, я ушла в молока. Вот душа десничная, отправится тоже. А Богу все равно, он ни при чем и давно. Он самоувольнение, я тебя предам. Минут на вас украдке, он бормочет одно. Я больше к вам уродом никогда ни о чем не приеду. Она марает буквами девственный лист. Ее бухая муза берегает от падений. И в воздухе стоит глубокий тоненький свист. Когда друзья приходят растворять ее гений, предпочитая ценности сухому льду. Уж видела не раз потусторонние рожи, но влюблён по-прежнему в неё лишь одну. Тихо шепчет до начала, спаси её, Боже. А Богу всё равно, он тоже любит его. Никто ж его трудяга не осудит за это. Он смотрит наши жизни, как дурное кино. И свет снизу танцы и смех, но не ругаться в соседу. Развести по лесам, спасти букашку от ноги манзового маска. Препятствовать вторжению Эйнштейна в виду душ. Направить миру крышу, пока он еще вечер. Потом часов нирваны и нектаровый душ. И партия в шахматы соседям под вечер. На деньги, на забытие, на тьму и на себя. На души и на фон, а порой и на птички. Бог белый играет, а луканый сосед проигрывает черными по старой привычке. Спасибо большое, спасибо.